Ну что ж, добрый вечер, дамы и господа. Продолжаем с вами 12 минут. Надеюсь, они продлятся гораздо быстрее, чем 12 минут. А давайте продолжать. В этот раз я переехал вниз, чтобы можно было видеть все, что происходит вот здесь. Потому что все это время я перекрывал. Короче, что мы имеем? Мы имеем то, что наша жена убила отца. Ты взяла часы. Скоро перейдет ментяра. Но он, скорее всего, не ментяра, а просто ворюга. Эти часы дорого стоят. Окей. Что мы можем сделать? Мы, наверное, позвоним пчеле. Я так с ней до конца не поговорил. Попробуем это сделать. Звонит пчелка. Эй, ваш папа говорит, что моя жена убила своего отца. Помогите. А чего вообще? Что вы несете? Я вам в этот раз по-другому говорит. Скажите, что день повторяется, спросить, может ли она помочь поговорить о раке. Может, с ним поговорите? Может, ей надо было никого убивать? Ладно, будем пробовать, пока не получится. Давайте все диалоги с ней попробуем. Дорогая, я в next. Потому что это единственное, что я могу сделать, это просто говорить с ней, чтобы она надавила на мента, чтобы он не пришел. Так, вам помогите. Прошу, он хочет навредить, о чем вообще, что вы несете. Хорошо, поговорите о раке. Я знаю, мне очень жаль, рак это ужасно. Кто вы такой? Пошел в жопу, понял. Это уже было. Пробуем еще раз. Дорогая, дорогая, отстань от меня. Дорогая, я пошел, пока. Окей, скажи, что не повторяется. А рак пропал. Что это было? Я ничего не добился. Окей, ладно, это было грубо. Короче, в прошлый раз, когда я монтировал, я посмотрел вот на эту фотографию. И эта фотография сделана тот день, когда она убила отца. Я забыл позвонить хозяину квартиры по поводу выключителя. Позвонишь ему завтра? Канун Нового года, 8 лет назад. Может быть, пробовать ей в лицо эту фотку кинуть? Hey, look at this. Wow. Ого, это было 8 лет назад, я такая молоденькая. Это лучшая связка разговора в моей жизни. Завязка. Smooth like butter. You were the opposite of smooth. Smooth like silk. И чё? Хорошо, давай тогда попробуем сказать ей, что все повторяется, сказать полицейскам другие темы. О чем ты? Ты можешь уйти из квартиры? Полицейский хочет предъявить тебе обвинение в убийстве отца. Что? Мой отец умер от сердечного приступа. Ты говоришь про как псих. Ты можешь уйти из квартиры? Ты шутишь? Я столько всего приготовила для сегодняшнего вечера. Я одна? Ты со мной не собираешься? Я не могу, все сложно. Может, просто не подыграть, спустись вниз буквально на 5 минут. On, да ладно, прекрати. Yeah. Ладно, понял. Траем еще раз. Может быть, мне попробовать зарубить жену еще раз, попробовать чела застанить с помощью выключателя, а потом, когда он начнется, пригрозить ему пушкой. Или что, и подождать, пока он придет, он меня положит, и мы с ним тогда сможем поговорить, вот что мы сделаем. Попробуем. Так, а что ты будешь делать? О, спросите о болезни моей дочери. She's sick. Is that a threat? Do you think? Tell me. Рассказывай, как ты узнал о моей дочери. Сказать ему, что потерял, проверял его телефон, сказать ему, что он тебе об этом уже говорил, погрозить его дочери пострадает. Сказать ему, что он тебе об этом уже говорил. Вот проблема в том, что если я сейчас ложенусь, скорее всего так и будет, мне придется терпеть все это говно заново. Вообще заново, просто с нуля. С нуля придется терпеть, это капец. Я проверял твой телефон, чел. Хорошо. I'm not playing games here. Who told you about my daughter? Хорошо. Let me go, or I am going to hurt your daughter, motherfucker. I'm out of patience. Чё, он просто убьет меня? Ладно, я понял. Будем траить тогда с женой. Будем рассказывать ей про то, что будет происходить. Так, приветик. Так, я проживаю этот вечер снова и снова. Бывала уже здесь, да, рассказывать, что случилось в ту ночь, когда она сбежала. Слушай, я знаю, как умер твой отец, как он на самом деле умер. Не знаю, что ты там думал, но лучше бы тебе... Это было, как он же стал, застрял, как бы избежать, он тебя ударил. Как ты вообще мог? А, я не знаю, ты с вами рассказал во время прошлой временной петли. Так. Да, это я знаю. Дальше. Давай поговорим.
And in the next few minutes, the cop is... He's how you found out about my dad? Yes. Trust me, just don't open the door. Okay. Открывай дверь, ты что, тупая? Иди сюда, блядь! Господи! А какой смысл ей говорить, не открывай дверь, если она все равно уходит? Чё за бред? Да, с празднования Нового года, это было сразу после всего случившегося. Я даже не знаю у себя. И чё? И всё? Это всё, о чём мы можем с тобой поговорить? Какой сайленс? Как же она меня раздражает, это пипец. Хорошо, я прощаю всё. Надо закрыть... Так, тихо-тихо, надо закрыть окно. Ой, закрыть дверь. Закрыть... У меня жопа сейчас сгорит, я не понимаю, почему это происходит. Я ей говорю сейчас, я знаю все, что будет, я ей говорю про временную петлю, она вроде бы согласна, но потом она уходит. Что за бред? Это какой-то бред. Неужели туда не пойдет? Что за бред? Это была ошибка. Что? Он просто меня вырубил! Чё? Окей. Раз. Два. Окей. Возьмем нож. Меня это раздражает, как они общаются. Все? Чё? Так, окей. So, then... Так, рассказайте полицейским, давай. Minutes, yes. Trust me, just don't open the door. Okay. Окей, она не будет открывать. А что дальше? Все, я ничего не могу сделать. Сейчас она будет стоять, типа... Сейчас она будет стоять, ныть, и такая уйдет, при том, что я ей сказал, не открывай, блядь, ебучую дверь. Как же у меня с этого горит жопа? Она... Какое молчание, ты поехавшая? Куда ты? I'm sorry. Это какой-то... Babe. Пробовать заныкаться сюда, что ли? Типа он тут откроет? Он войдет и его ёбнет, да? Может быть он так не увидит меня, если я так сяду? Окей, сейчас он её положит. Так, ждём. Нет, это тупо, конечно, то, что я тупо сижу. Но он не должен меня заметить, может он свет включит? Свет? Включи свет, чел. Включи свет, он меня увидел. Да кого, блядь, да кого? Хорошо. Пока он сейчас не общается, может быть, я вскрою наручники? Ну, давай, быстрее, чел. Ну как? Что я должен сделать? Я типа несколько раз повторяю одно и то же. Я понял. И он уворачивается от всего, да? Каждый раз он заново с ним дерется, кстати, по-другому. Я нож не взял. Это пиздец. Почему я прошлый раз нож не взял? Раз. Давай, чел, давай, блядь! Окей, пробуем еще раз тогда. Хорошо, пробуем еще раз, я понял, пробуем. Пробуем до победного конца. Hold still. Раз, так. Пиздец, сейчас по-другому было. Ты чё? Again? Oh, fuck's sake. Как же у меня жопа горит. У меня реально горит жопа. Мы её убиваем, мы прячемся, приходит мент, мы его станем электричеством, он падает, я ворую все его предметы и пытаюсь с ним поговорить, вот что я делаю. Прикольно, что он её валит именно там, где вот эта вот щёлка и всё видно. Чел, дверь не заперта. Давай, заходи. Привет. Так,
Так, раз, два, три. Ёлочка лысая, гори, давай. Ага, привет. Привет, это была моя ловушка Джокера. Давай, заходи, давай, давай, быстрее, быстрее, быстрее. Давай, 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 без сознания. Ну! Ах, как же долго. Раз, 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 раз. Так, бросили. Открыли. Все, вот так я сделаю, да. Точно. Я же забыл, что я могу его связать, лол. Хорош. Нож. Револьвер. Ладно, ждем. Сейчас начнется. У меня 4 минуты. Все, привет. Все, общаемся. А, скажите о своей невиновности, спросите о часах, спросите об обвинении в убийстве, спросите о его болезни дочери. Возь дочерью. Нет. What are we being accused of exactly? Let me go right now. Нет. Ответ неверный. Oh, you little shit. Just made the biggest mistake of your life. One chance. Let me go right now. I was gonna leave you out of this. А, он не... Хорошо, спасибо, вы не убийство, спросите часа. What do you want to watch? What? I'm here for your wife. Let me go. Я просто с твоей женой, отпусти. Я знаю про часы еще. Congratulations. 3 минуты. 4. 3 минуты. You'd kill us for it? Are you even real police? Hey, fuckhead, you attacked me. You don't have moral high ground here. You need to tell me why you're here. I said, let me go right now. And now you've got this coming. You sure? Лежать, тварь. Куда... Listen, look, I'm sorry I cuffed you, but I'm innocent. I just found out about all of this. I don't have anything to do with it. It was all her fault. So, let me go, please. You just killed your wife. You're gonna die in prison. Unless you let me help you. I'm the only one who can. Прости меня, я помогу. Let me go, and I'll help you. Fuck. И что ты будешь делать? Чё? Это за бред? Серьезно? Ну какой бред? Ну господи, ну какой бред? Он не говорит этого. Нож. Что скажешь, что-нибудь? Jesus Christ. Stop. I'm not fighting. What do you want? Что тебе нужно? Нужно было в него нож воткнуть, когда он в сознании. Ой, бля. What do you know about the nanny? Who? The nanny, the old man had the affair with. What do you know about her? Why do you care about the nanny? It was years ago. What are we being accused of exactly? You really have no idea, do you? 8 years ago she murdered. Нахладнокровно била отца. Why are you still after her? It's been so long. I never stopped looking. Fun pointed me here. Mm-hmm. Who gave you the tip? The pocket watch she stole. She tried to sell it. Pawn shop owner let us know. Окей, уже что-то. How did her father die? Her. She shot him. Christmas Eve 8 years ago. Didn't kill him though. Then on New Year's Eve, she came back and finished the job. 2 shots, close range. Чё? Wait, what? No, чё? No, that's not true. She told me she ran away on Christmas Eve. But by New Year's, on New Year's, she was here. She was hundreds of miles away when he was killed. She was. Prove it. She's a murderer. Murderers lie. You don't have proof. Подожди. It was someone else. It had to have been. Look, by New Year, she wasn't there anymore. Sure, she wasn't. Prove it. Now untie me. All right, listen. Так фотка же есть, да? Надо фотку ему показать, я понял. Откуда ты знаешь, что это она? What makes you think she did? Of course she did. Same gun, same room. It's obvious. How did her father die? Her. Christmas Eve, 8 years. Didn't kill him. Почему тогда не убил? Зачем этот Новый год навернулся и закончил начатое? Так это не она, то есть она не убийца.
Берем фотку. Она не убийца, чешо. Она не убийца. Надеюсь, он там живой. Please. Please, I need... I'm gonna die. Так, давай поговорим. На фотку. Жри. Look at this picture. Look at this picture. What about it? Look at the date. December 31st. That's the day she murdered him. No, no. That is the day he was murdered, but she was hundreds of miles away. I don't understand. No shit, it wasn't her. She didn't kill him. Она его не убивала, получается. Кто мог убить отца? Who could have killed her father? I don't know. Everything points to her. Stop crying, listen up. Окей, спросите часа. Why do you want to watch? Shit. I need a doctor. Yeah, I'll say, and I'm gonna hurt you again if you make me. The watch, come on. Fuck. Fucking watch. You have any idea what that thing is worth? Money? That's what this is about? You'd murder us for money? You really don't know. No. Your wife, her father, closest thing to family I ever had. You knew him? Knew him. He taught me everything I know. He was good to me. No one else was, and that monster murdered him. Okay. You knew her father, right? Yeah. He was good to me. Taught me a lot. I owe him this. Now, will you please untie me? So. Okay. Кто мог убить отца? 10 минут прошло. Пипец. Wait. Она не убивала отца, окей, это все меняет, наверное, это все меняет. Хорошо, сразу берем вот это, сразу берем вот это. Дорогая, открывай дверь, нам нужно побеседовать. В этот раз я тебя резать не буду. Прив, что делал? Not. Не okay. Сейчас, да, это было грубо, так давай поговорим. Рассказать ей о прошлом. Чем ты? The cop guy says that he was close to your father. Mm-hmm. He says he was there when he died. This is personal. Здравствуйте, Ляпыч. What are you talking about? My dad had a heart attack, sicko. You know that. He's gonna hurt him. Okay. I'm stuck in it. So, there's a cop and a time loop. Yes. Yes. Jeez. Рассказать ей, что случилось в ту ночь, когда она сбежала, объяснить подробнее. Okay, I haven't figured, but for example, например, если я просто жду и ничего не делаю, то есть я примерно 10 минут, все начнется заново. Ну, рассказывай про предыдущие, да? That's pretty short. I know, and you... Always forget everything I told you. Well, I don't know. А как мне сказать ей, что она невиновна? Talk to me. Давай, давай, давай. Это ты не убивала, так? О. You didn't kill him. What? When you shot him, he survived. No, that can't be. I saw him. He was bleeding. Babe, he didn't die. He was gonna recover, and somebody else came in and killed him on New Year's. Somebody else? But it wasn't you. You weren't there. The Polaroid on the fridge. That proves it. All this time. I need to sit down. Так, закрыть дверь. Окей. Давай подождем, пока он придет. Рассказать тебе о прошлом. Спросите няне. Опа! Это что, мы сейчас пройдем дальше? Спросить, почему она солгала о своем прошлом, кто убивал твоего отца. So... Who could have killed him? I mean, with his work, he had... Много врагов. С ним всегда было не просто сладить. Я о том, что не знаю. Я никогда не предполагала, что... Хорошо, об интрижке отца. У твоего отца был роман. Он, боже, я ненавижу об этом говорить. Я не знаю, папа любил маму. Но, полагаю, мое рождение сильно осложнило их брак. И моя няня оказалась рядом. И он не всегда был таким хорошим, каким хотел быть. Как ты, мама, узнала о романе? Папа обрехатил няню, она решила оставить ребенка, так что сложно держать его в тайне. Окей, у нее были осложнения, бедная женщина умерла при родах. Мой папа, боже, он хотел усыновить ребенка, но он не мог так поступить с моей мамой. Ничего, ей стало плохо. До самой смерти она его ненавидела. Что он сделал? Ничего, он вообще ни хрена не сделал. Короче, единственный момент, где я подсмотрел, вот реально подсмотрел, это то, что нужно ему воткнуть в печень было нож, когда он лежит, тогда он заговорит. Это пиздец. Это единственное, что я не сделал, когда он лежал. То есть я сделал все и был в тупике. Это жесть какая-то. Что ты помнишь о ней? Моя няня?
Мне было года два, когда она ушла. Я даже имени не знаю. Что ты знаешь о ребенке няне? Твоем брате, как я предполагаю. Честно, я даже не была уверена, что он вообще существовал. Кажется, что ты слышала краем уха, что отец хотел усыновить его, но... Это чё, лысый чё, ты брат её? Лол, блять, серьёзно? You know where your brother is now? Lol. I have no idea. Sometimes I wonder if he was even real. My mom was so out of it. Lol. And I mean, if this kid did exist, I'm sure my dad would have tried to find him after my mom died. Okay. Why did you try to sell the watch? I'm... Она сейчас придёт. Она сейчас придёт. Pregnant. Я беременна, я узнала об этом неделю назад. Did I already tell you? Я тебе уже говорила? Нет, не говорил, господи боже. Yeah. Даже господи. Is that him? Так. Что мы делаем? Берем фотку? Is that him? Да, это он, да, это он. We open the door? Другие темы. Сказать ей, что на самое время приступить к десерту. Самое время, дорогая, приступить к десерту. Тут согласен. Let's talk like... I have a warrant. We need to tell him the truth. Нужно сказать ему правду. Okay, we'll... Okay, давай. Open the door now, or I'll kick it down. Давай. He'll listen, right? He has to. Бриф! Hey, listen. Рассказать ему ее брать, это вот что? Did you know she has a client? Oh, shit. Wait. I'm with the police. Turn around, sure. Please. Wait, stop. Honey, I have something. Может, фотку ему сразу дать? You need to see? Just look at it. I warned you. Я сейчас сгорю нахуй. Fuck you! He won't listen. Он нас не послушает. Как мне заставить его выслушать? Who would he listen to? Кого он послушает? Окей, наверное, ее. Да? А, я знаю, он послушает дочь. Точно. Все, теперь ясно. Теперь ясненько, все понятненько. Так, привет, Холли. Давай быстро разберемся, давай. Пропускаем, просто время тратим. Оп, он сразу все рассказывает. Угу. That old Polaroid from the coffee shop. It proves you weren't there at the time. This is... Я в курсе. Ладно, готово? A man is about to ring the doorbell and accuse you of murder. What? He was close to your father, and when your dad died, it really messed him up. Okay. I need to sit down. Так, ладно, закрываем дверь, тогда звоним пчеле. Окей, все, 2 минуты прошло, это было быстро. Всего лишь нужно было воткнуть ему нож в печень, бля. Cop guy is coming? Okay, we'll tell him the truth. Hello? Hey. Your dad says that my wife murdered her father. Can you help? Yes. Please, he is gonna hurt her. What are you talking about? Why would you say that? Скажите, что жена ни в чем не виновата. Listen, my wife is innocent, but your daddy, he won't Eight listen to years, us. I don't know what you're talking about. He doesn't have the whole story. Please, could you just tell him to listen to us? No, why would I thought he was dead. He's making a big mistake. If I had you can known? Help him. I mean, fine. Okay, I'll call him. Sorry, so this nice. Is just... Хорошо. Jesus. Все хорошо, мы идем на верном пути. Вот фотографию, на расслабься. Here, you have to take the picture. I'm not gonna be able to give it to you later. Okay. Пиздатая игра, реально пиздатая. Hey, Bumblebee. Лол. What's up? What? What do you... Honey, I think you got prank called. What the... Did they frighten you? Listen to what? Oh, okay, I'll listen to him, but honey... Yeah, don't worry, Bumblebee. I'll take care of this. Okay. Love you more. Блять, у нас смешное лицо. All right, is that him? It's locked. Бриф. Okay. Let's talk. Oh shit. Get on the ground. Wait. Нет, так тихо. Давай. I have something. Please, let me talk. Все, давай говори. Wait. Let me talk. Так говори. I didn't kill my father.
I have proof. Sure you do. Look at this picture. Look at the date. New Year's Eve, the day my dad died. This coffee shop's around the corner. I couldn't have killed him. I can't be in two places at once. Congratulations. You faked a photograph. How do you fake a Polaroid? Listen, I know my father was important to you. I miss him too. But I always thought you weren't there. I wasn't there. But then? I don't know. But it wasn't me. I'm sorry. I really am. Woo! My daughter, she's all I care about. Ему часы нужны, да? Cancer. And the insurance one. I can't pay for Он реально мент, получается. That watch, though. It could cover it all. God, if she knew I was doing this, thank you. Hey! Enough with this. That's enough. Hold still. Чё, блядь? No, it's not. I'm not really. I didn't do it. Так, ладно. Сука, я все заруинил. Надо просто подождать, пока он... Я сгорел. Ладно, еще раз. Надо было подождать, пока он так говорит, и, видимо, скрипт какой-то сломал, и он... Сука, ты долбоёб, чел. Ты же только что признал то, что мы невиновны. Он же только что это признал. Это какой-то пиздец. Если бы вы рассказали ей, зачем я пришел, то она бы со мной больше не разговаривала до конца жизни. Все? Wait, just a second. Сейчас она мне часы отдаст? Вау! Вау! Ну ладно. Here. Вот возьмите часы. Take the watch. You need it more than I do. She does. I'm pretty good at finding people, obviously. I'll find out who killed your father. Thank you. Actually, there's one thing. Есть одна вещь, которой я могла бы помочь. What? When I found him, he lost потерял много крови. I tried to stop the bleeding, я пытался остановить кровотечение, но в любом случае он кое-что сказал. What was he saying? Что он сказал? Just the word monster. Одно слово чудовище. Повторяло его снова и снова. Я никак не могу понять, что это значит. It's my brother. Это моем брате. Oh my god. You have a brother. My mom was right. She was right all along. When my father and Annie were having their affair, there was a baby. Ребенок, мальчик. A boy. Ребенок. Я знал об этом романе, но он никогда не упоминал ребенка. My mother hated him for it. Hated the kid too. Always yelling at my dad about the чудовище. Monster. That's him. I didn't know. I'm sorry. But то есть я не знал, но я найду I'll его. Find him. For you and ради for тебя him. И него. Thank you. Wow. Убей жену у него на глазах. Резня. Я не буду этого делать, Аляпыч. Я уже столько времени потратил на игру. Ну, кстати, 2 часа всего с копейками. So what? Что теперь? Is it over? Все кончено? I think it is. Да, аж так и есть. Yeah. Now we can go find теперь нам нужно отыскать твоего брата и жить дальше. Yeah. Yeah, wow. Не думал, что смогу как-то рассказать о том, что случилось. Думал, это всегда останется со мной. Ты меня выслушал, и ты все еще здесь. Я же сказал тебе, я никуда не уйду. Че? Я правда тебя люблю. Правда? Пизда. Я тоже, чел, не знаю, что делать. А что делать? А что делать? In the next few minutes, a cop is gonna knock on her door. What are you? А тут типа еще глубже. Лол, хорошо, давай. That cop? Yeah, he's after you. He's gonna sell it to pay for his daughter's cancer treatment. Хорошо. Watch. Daughter's cancer? Babe, you sound crazy right now. I am stuck in a time loop, and that is how I know about the cop. Uh-huh. Look how your father died. It's not what you think. I know how he really died. What are you doing?
Так, это было, это было, 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 было. Your brother. He. I have a fucking. A half brother from your father. He's the one who did that Polaroid from. It proves it wasn't. What is. Хорошо. He was close to your father, and when your dad died, it really. Настоящим ударом. Yeah. I need to sit down. Так, мы даем ей фотку, и может быть сразу часы тогда отдадим, чё? Ты думал, что это все? Ну, я думал, что это продолжение. Я точно знаю, что будет следующая локация. Я точно знаю, что будет еще одна локация. Поэтому я отдаем ей фотографию. У меня еще 3 минуты. И отдаем ей сразу часы. Возможно, из-за того, что они очень долго пиздели. Целых 5 минут. Так, на... А, еще нужно Пчеле позвонить. Хорошо, звоним Пчеле. Так. Расскажите, зачем ее отец это делает? Your daddy is gonna hurt us. He wants to steal from us so that years? He can pay for your treatment. What? No, my dad, he wouldn't do that. My wife has this expensive pocket watch, this and your dad crazy. Wants to kill us to get it. What are you talking about? Just call him and ask him. Fine, I my will. My brother. Хорошо. Это было по-другому. I didn't think I had. Но теперь я сказал ей, что я. Ну, я и сказал, что зачем это батя делает. А в прошлый раз он сказал, слава богу, вы не сказали, иначе она бы со мной не общалась. Окей, вот часы. Так, и может быть сразу часы ей в руки отдать? Here, have the watch. Thanks. Все? I guess. I mean... Вот теперь точно все. Я теперь вообще не знаю, что сделать. О! Your half-brother? He's the killer. How do we find him? I don't know. Nobody ever told me anything about him. I don't even know his name. Даже имени его не знаю. Ладно, что насчет няни? I was 2 years old. I have no idea. Пизда. Как распутать дело 8-летней давности за 10 минут? Right? Получается, что я не знаю, да. Так, все, я все по-другому сделал. За 4 минуты, это было быстро. Так, все, он пришел. Возможно, ей не надо было говорить, что он хочет нас убить. Honey, that's impossible. Of course it's not true. I wouldn't. Hey, you're my little girl. I'll do anything. Конечно, это неправда. Я ради тебя на все готов. Конечно, это неправда. Я ради тебя на все готов. Конечно, это неправда. Все, я никому не причиню вреда, окей. I promise. I double promise. Все. Yeah. Точно, у жены есть часы. Пиздец, 4,5 минуты. А все, типа он уехал? Не понял. Окей, то есть тогда можно все законтрить одним звонком. Нужно тогда, видимо, просто провести вечер как нужно, просто законтрить одним звонком, все правильно? Let's see. Look at that, I've lost my appetite. You could try again later. Так я ничего не могу сделать, лол. Подожди, а может тогда я могу позвонить? Свой. Hey! Leave a message. Ладно, она не разговаривает со мной. Just call. Fine. Окей, тогда я просто... Провожу с женой вечер, как... Ну да, она не узнает, что она не виновата, правильно? Окей. Хорошо, погнали тогда. Просто погнали. Сюрприз не получился, да? Давай мне одну секунду. Просто тогда проживем обычный вечер? Пиздатый десерт с водой из-под крана. Обожаю. Десерт с водой из-под крана. Кайф. Только не вставай за стола, я тебя прошу. Your brother, the one that killed your father. How can we find him? What are you talking about? Блять! I have a brother. Let's talk later. Чё? Мы просто едим или чё? So when is the dessert not just dessert? I have something to share. Так. Just open it.
So? Че с ней? You hold on to it. А чё, ну хватит? Yeah. Я беременна, у нас будет ребёнок. So? И? How you feeling? Ты там как? Сказать ей, что ты об этом думаешь. Hey, it's gonna be great. You think so? You kidding me? You're incredible, and I'm, you know, decent. The baby that we make is gonna be amazing, and it will be so, so loved. Yeah, damn straight. У меня 6 минут. Hey, ты 5.5, точнее. We're having a baby. Hey, I have an idea. Don't laugh at me, but do you want to dance with me? Yeah, let's do it. You lead. I'll follow. Milady. Чел приехал. It's been a while, huh? I cannot remember the last time we danced. You know, it's not just the two of us dancing now. Hmm? We got a third little dancer. She's riding shotgun. What did So there is. Honey, that's impossible. Of course. И что дальше-то? И что дальше? She. Why'd you say she? I'm just hopeful, I guess. Hopeful? Do you not want a boy? No, boys are fine. It's just hurt anyone. I promise. If she is, пацан тоже хорошо, просто если у нас девочка, она может быть похожа на тебя. And the world could use more people like you. Damn. You do know the right things to say. Helps to have a muse like you. Че, дядька уехал? I forgot how nice this is. My dance partner. You seem different. What happened? Я не хочу. Я хочу это нажать, но, сука, я не хочу заново это все прожить, блять, очередные эти ебучие 6 минут. Жопа у меня сгорит нахуй. God, I did not think I could love someone this much. You know what happens when you talk like that. Follow me. Окей, плюс секс, у нас 4 минуты. Кусь. Жена. Так. Что нужно успеть закончить за 3.5 минуты, получается? Правильно я понял? Ну, ждем тогда, когда все разрешится, потому что если это... Ладно, ждем. Can you hold me? Yeah. Always. I really love you, you know? I do know. I really love you. Я сейчас сгорю нахуй. No. Я сейчас сгорю, блядь! No. What else do I... I did everything right. I did everything right. Это пиздец. Это пиздец. Чё сделать-то надо? Чё надо сделать? Это мне. Мы его связываем. Реально духота, это такая духота. И мы ему втыкаем нож в печень. Не, ну подождем, пока он не придет в сознание, а пока достаем вот эту тему. То есть я долго думал, нахуя этот ебучий подарок? Это жесть какая-то. She didn't kill her father, it was her brother. What? Untie me now.
Хорошо, он не будет этого делать, тогда мы втыкаем нож. Чел, ты сам напросился, ну... О, эй, что ты делаешь с этой штукой? Все, найс. Теперь пообщаемся, да? Теперь мы на равных. Стоп! Спросите няню. Can you tell me about the nanny? I barely remember her. Сколько лет прошло? Да ладно, хоть что-то должен помнить? Имя ее или... Дафна, может, Дейзи? Дейзи, maybe. Что-то цветок напоминало. That's the best you can do. Все, что ты можешь? It's been over 20 years. What do you expect? Да хило. И это ебучий цветок. Пипец. Пипец, какая духота. Look at this. Cute one, see? So what? Name. Look at the name. Is that the nanny that he had the affair with? Oh, yes. Dahlia. А Далия, а не Дахила. Dahlia. No, please God. Подожди, а Далия это кто? Кто Далия, подождите? Это имя нашей матери или что это? She was my mother. То есть мы брат жены нашей? Чего, блядь? No. Вот в чем прикол-то, да? Вау. То есть это мы убили отца, да? Вау. У нас 2 минуты? А у нас 12 минут. Hey, а теперь у нас 12 минут. Snap out of it. Look, I know this is a lot to drop on you. Это голос Лысого? On the same page concerning these feelings. So consider your answer to this question. Или это батя? Very carefully. What do you want with my daughter? I can't just stop feeling for her. I love her. I love her with everything in me. I don't care about your feelings. Feel however you feel. Feelings don't matter. What are you going to do? You. You're fucking radioactive. Может, это вообще она виновата, может, она сможет принять правду? Убил мою жену и свою мать. Your mother too. Now you want my fucking daughter. God, permission. You want to know my answer? Yes, I do. Maybe I can just tell her the truth. Oh, you're just gonna tell her all this? How you think that's gonna go? We're in love. We'd overcome it. You are so naive. Such a child. It's the right thing to do. No, this is. You fucking idiot. Stop. You are so naive. So stupid. Окей, это уже, я понял, конец, да, нужно просто с ним пообщаться. Друзья, он что, этого, он этого не помнит? Он это забыл, что ли? No, you stay back. Hey, it's me. It's me. It's okay. It's okay. No, don't touch me. Let me help. What is it? Stay away. Talk to me. No. Whoa. Tell me what's going on. Hey. But it can't be true. It can't be true. Wow. Я могу выйти? And we're back. Скажите, что случилось на самом деле?
I don't know how to say this. I've forgotten a lot of things that... I'm just remembering now. Things that, if I could go back, I would have done differently. What are you talking about? Блядь. Пиздец. Ну давай начнем вот с этого. Look, it was me. I'm the man who killed your father. What kind of sick joke? Look, his office is filled with books, all the way up to the ceiling. I never forgot how weird that looked. What are you... No, no. You've been hiding this from me, lying to me all these years. You... How could you? It was self-defense. It was me or him. And you just forgot to mention it? You killed my dad and you hunted me down? No, I didn't hunt you down. You married me. I'm having your child. Is this some kind of fucking sick game? No, it's not. I didn't mean to. This is never what I wanted. I just wanted to be with you. If I could do it over, I love you. Don't you fucking dare, you fucking liar. I am trying to tell you now. Look, we have both been lying to each other. Fuck you. My 8 years. I'm leaving. Don't be here when I come back. Enough. Fucking enough. Её. Что её? And we're back. Прикольно, что, кстати, темнеет быстро, да? Я так-то не замечал, на самом деле, тут типа садится солнце. Вау, как же... Вот я даже не знаю, что сказать, это просто жесть какая-то, блядь. Сука, я такой хуйню ещё ни разу не играл. А что значит её? Что её? То есть это я убил, блядь, её отца? Как можно было забыть, как ты убил человека? Я горячий мексиканец. Расскажи о прошлом. There are things I need to tell you. Things that if I could go back, I would change. Your nanny from your father's affair. What about her? Her name was Dahlia. She was my mother. What? Your dad found me after your mother passed. It's me. I'm your brother. What are you saying? It was you? You killed him? And then? Oh my god, I'm going to be sick. I can't handle this. Why? After all this time? Говорю же, случайно вышло! I should have told you. I know that. But he was trying to kill me, and baby, it was self-defense. You're fucking disgusting. You married me. We slept together. Impregnated me. You fucking freak. Сука, я же не знал. It wasn't my fault. It's not like you. You've been lying. You're blaming me now? No, I just... Fuck you. I never want to see you again. Babe? Пизда. Fucking enough. Хорошо. Наверное, нельзя ей говорить, что я ее брат и все такое. Так, я достаю часы. Угу. Почему не пошли назад? И почему она дважды мотнула, когда здесь всего одна минута? Трижды мотнула. Четыре. Пиздец. Это все? Это конец? Hey, there he is. You're back. Look, I know this is a terrible shock, but we need to be on the same page. Как он это мог забыть? This isn't how I wanted to. I don't care. I love her no matter what. No matter what? No matter. Think about that. She never needs to know. We can be happy. You just want to play dumb. She's pregnant. You got your sister pregnant. We just can't ignore that. We'll keep it. And she doesn't need to know. No. No? Это он сейчас общается, что в своей голове, что ли, или что? Тут даже двери... А, двери. Everything else. Yeah, I have.
but it stops here. You just won't listen. Stupid. Yes? Sir? Are you... Sir? Я не стрелял, кстати. Wait, sir, no, I... No, no, fucking stop! Блин, прикольно, что анимации разные, это реально охуенно. Самое забавное, что вот эти книжные стеллажи, или что это вот сзади. Эту красную книгу я видел в самом начале, я на нее обратил внимание. Я мог на книгу нажать, я вот этот раз хочу нажать на книгу. Look, hey, it's only by forgetting that we ever really dropped the thread of time and approached the experience of living in the present moment. You read that one, eh? I know the idea of forgetting sounds crazy. But what if... Серьезно? You could. I can help with that if you want. All you have is the future. You'll forget everything you went through. All the pain, all the stress, forgotten. Forever. But you need to understand, there is no turning back. You can't undo this. We can talk about it still. You can choose an answer. Так я не могу выбрать. You don't have to forget if you don't want to. The choice is yours. This is your last chance. All right. I hope you find what you're looking for. All right. Жизнь продолжается. Это конец. I want you to think of a flower. Focus. Breathe. Look at its contours, its curves. Now I want you to imagine it changing. Moving backward, returning to its bud. Think of that bud, unopened and fresh and new. Look at it as a whole. Don't just notice the changes. Let go of how you saw this before. Don't let anything override the perception of how you see this today. Just focus on that bud and silently repeat these phrases. May you be free from suffering. May you be free from fear and anger. А, лол, если бы я сказал, я передумал, это была бы другая концовка, потому что у чела, который я сейчас смотрел, у него была другая концовка. Нихуя не понял. Он нам что, память стер? Ну что, он что? Колдун? И чё? Ну то есть он сказал, ладно, может получиться. Я её забыл? Или я забыл, что она моя сестра? Или что? Блин, это реально тяжко было. Реально было тяжко. Абхишек Камдар, я тебя увидел, диалог инженер. Душнильный инженер. Вот ты кто. Не понял концовки, я не понял концовки. Он что, ему память стер? Там чел вроде выбрал, я передумал. И тогда что? Нужно было всего лишь выбрать книгу, и тогда конец. Ебать. Это же самое начало. Ну что, я продолжу, что будет? А, это заново будет, что ли? Вау. Вау, какая духота, реально духота. Блин, игра прикольная, механики прикольные, все здорово, но такая духота в конце, это вообще просто жесть. Ладно, ребят, спасибо, что были со мной. Не забывайте нажимать на лайки, комментировать или подписываться. Ссылочка на Twitch есть в описании, где мы все это проходим. Было реально тяжело, так что в следующий раз будем играть что-нибудь полегче или пострашнее. Ну, ладно, там уже будет видно. Всем спасибо, всего хорошего и до свидания.